Ребята, сегодня у меня был первый опыт посещения коворкинга. Прикольно. Прикольная шняга. Я арендовал кабинет на целый час за целых 300 рублей наличными. Мне просто нужно было пройти долго в тихом, уютном месте. В кафе это было бы не так прикольно, хотя в кафе я брал те же самые деньги. Здесь есть экспрессо, кофемашина, кстати, с капучинатором, можно приходить со своими сливками. Вот. В общем, все получилось прикольно. Правда, я тупил и ждал девушку на ресепшене, хотя мог бы ей позвонить, она подошла, я что-то затупил, вот поэтому немножко опоздал на начало. Вот. Ну, читайте об этом у меня в блоге, там будет более подробно. Если руки дойдут написать. Всем физкульт-привет.